В яслях спал на свежем сене тихий крёшечный Христос. Месяц, вынырнув из тени, гладил он его волос. Вдохнул в лицо младенца, и соломою слыша, на упругое коленце засмотрелся, чем дыша. Пёс, прокравшись к тёплой ножке, повязал языком. Всех уютней было кошке, и Сергей дитя бочком. Присмиревший белый козлик, на чего его дышал? Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка, хоть минуточку и мне. И заплакал звонко, звонко, в предрассветной тишине. Ах, Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри скорей!»